Они говорят о какой-то революции. Боже мой, люди, какая революция? Мы хотим честных выборов. Как, при чем здесь революция? Зачем вы провоцируете свой народ? Если вы будете бороться против страны, если вы будете пытаться даже в мельчайших каких-то вещах вернуть страну и в хаосе дестабилизировать, вы получите мгновенный от меня ответ.